Добрый день, дорогие друзья! А перед началом ролика я хотел бы рассказать вам о новом, недавно открывшемся сервере Эйфория Survival. Данный сервер готов предоставить своим игрокам приятную атмосферу игры с отзывчивой администрацией, самые разнообразные ивенты, конкурсы и мероприятия с приятными призами, 4 бесплатных слота для ваших динозавров на сайте, удобные лимиты пати, клановую систему и игровые бонусы, которые можно получить за время игры на сервере. За эти бонусы вы сможете купить себе телепортацию в другую точку на карте, смену пола динозавра или даже лотерейную рулетку, в которой вы сможете выиграть себе динозавра. А еще уже прямо сейчас вы сможете воспользоваться промокодом Бублик на сайте Эйфория, чтобы получить приятный сюрприз в игре. Все ссылки в описании под роликом, и пусть эйфория от игры накроет вас с головой. Стандарт будет зеленый, да? Ну, если ты там создать динозавра сначала. Помнишь? А, бля. Ну ладно, сейчас команду напишу туда уже. Только ты Enter не нажимай. Я, конечно, глупая, но не тупая. Я понял. На всякий случай. Бля, как много всего вокруг. Ой, как я давно не играл, сейчас буду сосать хуй. Где все? Где-то. Там ночь, день? Ночь. Ебать! Ты чё? А тут что-то рычит. По-моему, цера. А ты где заспавнился-то? А, я же место не знаю, точно. Они в кустах где-то сидят, короче, и чилят. Ой, очень близко. Но цера тут точно, абсолютно точно цера. И какой-то трав, то ли трайк, то ли хуй знает. Он вообще нихуя не видит. Он меня не видит. Да понятное дело, что он тебя не видит. Ночь же, блин. Че ты еще ходишь? Так не, он прям в метре от меня, типа. Прям, типа, я в поле стоял. Тогда слепой. Он нюхает. Дядя, ты зачем ты нюхаешь? Белый цвет. Убрать. Убрать. Так, нормально. О, еще цирк. О, я у озера, помнишь, где ты... Видос у тебя был на этом озере, ты потом вообще конкретно щемил. Зухичи на дьявола. А, тут несколько этих. С камнем прямо у берега. А, он видит уже. Вау. А чё он бежит за мной? Он увидит, он увидит. Же... Он сломался, дубина. Боже. Ммм, 14 FPS, когда я сижу на месте. О, я слышал чуть-чуть. Бля. Пацаны, как дела? Ложись. О, да ты не ты кричал? Не, церы орут. Я просто дилку слышала.
А, ну ты же на стихии, точно. Совсем забыла. Минус один. Ля, там пачка дилок, слушай. Нехило их там. Штуки 3-4. А чё, кусаться будешь? Ой, тут Шанта. Но цели прям хуёво всё, тут уже всё. Габелла, да? Ну там, да, всё. Он говорит, спаси меня, Шанта, по-братски, молю тебя. Бей. Силоуху. Силоуху бей. Все, минус вторая цера. Осталась Шанта. Но у меня стамины ноль. Да ну в смысле? Ты что, дурной? Найди. Тупо не играл, блядь, 2 месяца. А до этого наиграл полгода раз в месяц. Ты чувствуешь, когда ты скилл уже успел растерять, а они его еще не набрали. Это все Call of Duty. Я просто это. Я пушил просто все время. Реакция Монгуста, да. Да что такое? Почему мне не ищет эту Асу? А, это баг бывает. Ладно. Сделаем одну вещь. Перезапустим игру. Верни Дискорд. Шанта, только не бей! А вроде тех, кто администратор, это... Да, я и Спейки видим, там же в правом этом видно. Типа, кто в этом чате есть вообще. Ну, Шанта, короче, тупая, прям вообще хуёво. Тупо я по жизни. Я на Шанте вообще не умею играть. Да ну ты... Твою дивизию. Найди. Пар. Ну, все, это и все. Он мне только санбокс дает. Попробуем вручную найти. Харен сами. Блин, Шанти стамина не жалко, я не понимаю. Походу нет. Наверное, уже 3 капли есть, но типа хули делаешь, жду тебя. Она легла. Все. Стамина порегенить, что ли? Ходи, регенить этим бег. Есть еще какая-то апсука. Ты выйди вообще из игры. Выходила и зашла туда обратно. У меня был такой баг, я не помню, но он типа я просто перезаходил постоянно, короче, все-таки нашел посуду. Да.
Я уже хожу просто, даже не кусаю. Это кто тут? Дрио? Похуй вообще. Ну в смысле? Ты что, дурной? Ну да, ты дурной. Еще какой? Дриозавр меня бьет. Да он там, знаешь, ему один раз ютку укусит, ему уже плохо. Если он встанет, он тут же ляжет. Нашел, ура. Ну, Шанта вообще тупая максимально. Интересно, насколько далеко мне придется переться сейчас. Вообще здесь нифига не знаю. Камышек. Так. Давай уже вытекай, я устал. Давай ко мне. Ты одол, да? Угу. Ой, Рекс, здравствуйте. У меня тут Рекс белый одол. У меня резко стало светло. Белый Рекс. Мне остаться с ним? Да, давай. Ой, бля. Он такой было озеро. А чё всё светлее, темнее, что-то? Что с тенями? А это нормально. Это тени пропадают просто. А, два Рекса. Белый и серый. И ещё что-то. Они кого-то ждут, что ли, не пойму. Стоят на месте. Знаешь, такая долина, где ты еще вокруг... такая типа арка с корягой из камней. И просто камни стоят, типа, как будто друг на дружке валяются. На лугу. Довольно много видео здесь было. Я, короче, доедаю. Привет, Алекс. Да, с возвращением. Здравствуйте, а мы на Асуре. Кайфуем. Чилим. Следим за Рексом, да. Я устал Шанту жрать. Два долг Рексом. Сидят, чилят, отдыхают. А выходит, что ли? Нет, просто они бошками мотают, точно нет. Не, моя Шанта. Ладно, у нее четвертый экран, три капли, короче, которые она будет хилить 10 миллионов лет. Боже, тени, это пиздец, конечно, ужас какой-то, что это такое? До свидания, это мистер Рекс. Что у нас по 9-10 утра, да? Так-ка. А как-то можно это настроить? В настройках, если поменять что-то с тенями, ничего не поменяется, нихуя, да? Нет, они также будут пропадать. У меня все деревья белые, короче. Это нормально, да. Ага. Ой, залагалось. Они, короче, тупо стоят на месте Рекса. Так, я дай-ка гамму настрою чуть-чуть позеленее.